Доброе утро, друзья! 21 октября 2019 года. Поехали! В мире в этот день празднуют День Трафальгарского сражения, праздник Великобритании, День национальных героев на Ямайке, День яблока в Англии, Трифон и Пелагея в народном календаре. В это время приближение зимы становилось все более ощутимым. Знаменательное событие. 1824 год. Англичанин Джозеф Асбдин запатентовал портлендский цемент. В 1926 в Монреале американский фокусник Гарри Гудини попросил зрителя ударить его в живот. От этого удара фокусник через 10 дней скончался. В 1944 году в Бермудском треугольнике загадочно исчез экипаж американского корабля «Рубикон». Корабль был найден без повреждений, а на его борту находилась только собака. Судно было в отличном состоянии, если не считать порванного буксирного троса, свисавшего с носа корабля. 1997. Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев подписал указ об объявлении с 10 декабря новой столицей страны города Акмала, впоследствии получившего название Астана. Родились в этот день, 1833 год, Альфред Нобель, шведский химик, инженер, изобретатель динамита, учредитель премии. В 1945-м родился Никита Михалков, советский и российский актер, режиссер, сценарист и продюсер, общественный деятель. В 1949 году Беньямин Нетаньяху, государственный и политический деятель, премьер-министр Израиля. 1956 родилась Кэрри Фишер, американская актриса, сценарист и прозаик. 1980 год. Ким Кардашьян, американская звезда реалити-шоу, актриса, фотомодель. Этот день по лунному календарю. Сегодня до 22 часов 26 минут по московскому времени 23-й лунный день. Энергетика этих суток тяжелая и темная, и при всем при этом очень мощная. Существует большая вероятность, что такая энергия провоцирует человека на агрессию и насилие. В этот день легко поддаться бредовым идеям, ввязаться в авантюру. Сегодня один из дней обольщения. В этот день в человеке легко высвобождаются инстинкты захвата, неуемный аппетит, склонность к дракам. Следует подавлять боязнь и страх, нельзя бездельничать. После 22 часов 26 минут 24 лунные сутки. Сегодня очень мощный день. В эти лунные сутки пробуждаются силы природы, благоприятствующие созиданию. А в человеке пробуждается сила. В Древнем Египте именно в этот день проводили закладку пирамид. Хорошо начинать осуществление глобальных долгосрочных проектов. Но злоупотреблять пробудившимися силами не надо. Они могут обернуться во зло. Вот такой он 21 октября 2019 года. Благодарим, что досмотрели ролик до конца. Начинайте свой день с нами. Подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик. Удачного дня!